Есть такие люди, которые работают в больших и маленьких компаниях программистами. Их еще называют айтишники. Программист – это человек, который создает программы для компьютеров. Он умеет писать на специальном языке, который называется код. Компьютер понимает этот код и делает все, что там написано. Все программисты работают в командах и вместе решают, как будет работать новая программа. Ежедневно они проводят собрания, на которых рассказывают про свои задачи и обсуждают программы. Каждый программист умеет писать код. Это специальный язык, который понимает компьютер. Написание кода называется программированием. Писать его несложно, но для этого нужно учиться. В коде есть свои слова. Этими словами можно рассказать компьютеру, что он должен делать. Каждая программа состоит из большого количества таких слов, написанных на коде. Это называется программный код. Большие программы состоят из большого количества кода, и их пишут целые команды программистов. Один программист тоже может писать программы, но они будут очень простыми. Код программисты пишут в компьютере. Для этого они должны хорошо уметь им пользоваться и знать, как его правильно настроить для работы. Любой программист умеет быстро печатать и пользоваться интернетом. В интернете есть много инструкций по написанию программ. Эти инструкции пишут другие программисты, чтобы передать свои знания новым сотрудникам и учить их писать правильный и понятный для компьютера код, чтобы программы работали правильно. Очень часто программисты записывают свои мысли в блокноты, чтобы не забыть их. Это помогает держать все в голове. Как вы уже поняли, основное, что должен уметь делать программист, это писать код. Из кода состоят все программы. Также программисты должны уметь общаться и работать в команде, потому что писать большие программы в команде проще и веселее. Программист — это командный игрок. Все программисты любят свою работу. На ней не нужно делать тяжелые физические упражнения, но надо много думать и писать. Сегодня программирование очень распространено, а программист – это одна из самых интересных профессий.